Всем добрый день. Прогулочка по улице Пушкинской. Кто со мной, пошлите погуляем. Вот такие видосики здесь. Смотрите, горы какие. Пальмы, кипарисы. Как вам такое? Нормально? Еще бы, скажи. Такие огромные сосны. Улица Пушкинская. Вот веточка идет туда тоже, на набережную. Красивый в этот уголок тоже. Вот это, вот видите, лампочка. И заросла. Раньше они открытые были такие. Сейчас, может, специально так сделали. Время уж как прошло, наверное. 7 лет уж прошло. Да, красивый уголочек вот этот. Портреты рисуют по вечерам вот здесь вот. Да и здесь тоже. Ускорю темп. Яичница из 2 яиц 80 рублей. Самса 100 рублей. Пончик с повидлом 30-ка. Не, ну и мы завтра придем в первой половине. Ир, ну нет. Не знаю, чтобы до 12 до часа придем. Аппетитно. Да все свежее. Все свежее. Шурма. Вот. Пошлите дальше. А, вот уже тут начинает приходить. Любой значок 20 рублей. Здесь 50 рублей. Любой значок. Советские такие все значочки. О, да, интересные значочки, а? Кто такой значок носил? Ну-ка, колитесь. А такой? Что, никто не носил? Ну-ну. А кто галстук носил в кармане? Тоже никто не носил. Один только я могу признаться, что я в кармане носил. Все же правильные. Как это можно так галстук носить в кармане? Это такого быть не может. Может быть. То меня учительница за ухо как крутанула. Где галстук? Я из кармана достаю помятый галстук. Мне так стало стыдно. Она заставила меня одеть. Я полдня сидел в школе красной. Улица Пушкинская, господа. Вот такое зданица. Что там в нем, вообще делов не знаю. Объект находится под охраной. Вход в масках. Ага. Ялтинский историко-литературный музей. О как. Вот как. Теперь будем знать. Музыка играет, поэтому отхожу подальше.
Диамант. В каждом городе, по-моему, есть магазин Диамант, а? Джиппинги стоят вот здесь. Отвезут вас хоть куда, хоть на Джимерджи гору. По следам Гайдая прокатнетесь. Где фильмы снимали. Приглашаем вас на увлекательный джип-тур по горным укрытиям. Мы поднимемся на гору Айфель, а по дороге посетим водопад «Час». Александр Хоржонок. Видите, у него видеокамера какая. Создатель российской киноиндустрии, не выговариваю, Ялтинской киностудии. Вот такую надо камеру блогерам нам. Такую. Так ходишь, крутишь. Смотрите, собака какая лежит. Собачка кудрявая, на нашего кудряшку похожа. Вот смотри, чипированный. Кудряшка. Эти кудряшки. Не знаю, здесь они какие. Спокойные, нет? Скоро я вас буду кормить, кудряшки. Сегодня пока для начала взял батон. О, женщина, видите? А, красивый сказал. Сказала на него. Хоть одна остановилась женщина. Хоть поговорила. Сегодня для начала будем кормить голубей. Взял батон на набережной. Видите, какие маленькие улочки, заторы. Апарт-отель Боткин. Вот такая улица. Вот кто-то ключ потерял, в дерево воткнули. Вы смотрите просто, какое огромное дерево. Вот моя ладонь. Вот прям рядом с деревом. Метра полтора. Я в шоке просто. Кофейня. Столовая Ялтинская. Сейчас засветим цены. Если там музыка не играет. Не уместится сразу. Уместится. На паузу поставить, посмотрим. Музыка заиграла. Короче, меня интересует борщ. Мясные блюда. Напитки, хлебочные изделия, десерты. А что тут? Супчиков здесь нет, что ли? Походу нету. Справа здесь будет сейчас церковь католическая, что ли. Сейчас мы к ней подойдем. Такие балкончики под старину, а? Вот.
Ну, утро, поэтому здесь движухи мало. Вечером тут вообще как на набережной. Пушкин Александр Сергеевич. Я опять из виду потерял эту церковь. Господи, что за бред, а? Куда она делась? Нет, там прохода нету. Есть, есть. Где эта церковь? Церковь вот такая какая-то. Это, не, вот, дальше? Вот, да, вон там, видите, светится табличка. За ней католический собор. Ну, спасибо. Католический собор. Вот видите, подсказала. Я даже не спрашивал. Шляпку никому не надо. Сегодня 16 июня, город Ялта. Город Ялта. Аквапарк Семиис. Акция «Проезд бесплатный». Предлагаю услуги няни. Сдаю комнату. Сдам квартиру. Кафе у фонтана. Даже на деревьях вешаю. Вот такие домики мне нравятся. Вот такие. Энергетик. Энергетик. Ну-ка, первое слово какое там. А, санаторий энергетик, господи. Волшебная карамель. И девушка симпатичная, господи. А с этой стороны зеркало. Отойдем, музыка играет.
вода течет в Крыму, где с водой проблемы. Энергетик. Советский еще этот такой герб. Так и оставили, молодцы. Так и оставили. Господа, Римско-католическая церковь. Храм открыт ежедневно с 9 до 20. А интересно, мне туда можно заходить? Я православный, хоть и немец. Блин, да как же красиво, как будто я в Абхазию приехал. Пальмы свисают, да, и такой старинный храм. А? Вот его и хотел я показать вам. Сколько лет, интересно, стоит он здесь. Таблички не вижу. Давайте в круговую пройдемся. Смотрите, ни одной таблички нету, странно. Лавочка. Пальмочка. Посмотрите, эти какие. А? Как вам такое? О, Господи, нельзя же туда идти. Тем более с трубой. Прости меня, Господи, грешного. Нельзя снимать, я снимаю. Вот пройдусь я вокруг него. Бамбук растет. Бамбук. Камеры у них, веб-камеры стоят, вижу. Лавочки. Цветы. Точки, цветочки.
какие ворота интересные. С кольцами с такими. Да, сейчас фантастиш. Das ist fantastisch. Ну все, уходим. Уходим. Вышли мы снова на Пушкинской и продолжаем путь в сторону Спартака. Поздоровайся. Спасибо. Достаточно. Вот скала эта. Музыка, музыка, музыка. Поливают здесь дороги, при том, что в Крыму с водой проблемы. Молодцы-то какие, а? Кавказская пленница. Крымский сластеныш, магазин. Кафетерий. Потому что просила ходила, ничего не сказала. Так, а время уже может уже скоро откроется. Часовая мастерская. Вот мы пришли. Карету уже показывал. Делают машины, там красят. Всем до свидания.